то, что сегодня будет на мне надето, будет надето впервые. Представляете? Ставьте реакции, если хотите увидеть лук-лучок традиционных зеркал. Вот так вот сегодня я выгляжу. Я, если честно, очень всегда рисковала такой длины носить шорты, потому что мне всегда казалось, что у меня ножки, они достаточно у меня широкая кость, но из-за того, что похудела, мне кажется, что-то меня еще больше странит. Очень крутое сочетание получилось. Боялась, потому что я очень постоянный человек во всем, и есть определенный какой-то стиль, то есть это либо спорт, либо мини, либо брючные костюмы, либо, наоборот, элегантные. Ну, то есть, а это вообще первый раз, да, Катюш? Ты меня снимаешь, довольно, еле уломала. Я говорю, я же весь шорты не надену, я буду толстая. В итоге прям классно. Ну и наши носочки разные. Влада кроссовки мы из Калзедони берем и миксуем. Рассматривали сегодня эту историю с разных углов. Свое мнение я высказала на шоу. Правда, оно у меня периодически менялось, потому что бывали счастливые истории. Но зачастую служебные романы приводят к разрушению не только отношений любовных, но и рабочих. А с другой стороны, любовь — такое чувство. Ну, это поймут только те, кто умеет любить. Когда ты можешь быть угодно говорить раз, ты не сделаешь так, ты не полюбишь такого сякого человека на работе и так далее, но сердце, любовь — это не план, это чувство. Поэтому... Тагирчик. Да. Ты понимаешь, когда я говорю Тагирчик, что Арамчик, это Ахмедик, это значит, что у нас уже уровень нашей дружбы, работы, сотрудничества, да, мы столько уже видео крутых сняли, сейчас мы тоже будем снимать одну очень... Волшебное видеоинсталляцию, потому что очень хочется передать вам свои мысли, свое настроение. А вы знаете, что в моей жизни, в моем творчестве всегда я это делаю с помощью реализации творчества песен. Так что мы сейчас будем работать ночью в воскресенье. Спасибо тебе. Почему все мужчины доставляют боль? Мы сейчас ночью в воскресенье будем работать. Всем хорошего вечера, душевного. Чё снимаем? Сниппет. Какой сниппет? На песню. Ну, какую песню? На грустную. Грустную?